Однажды в жизни Давида было то, о чем он написал в 62-м псалме Псалтыря. Первый стих. There was something happening in the life of David that he records in Psalm 62, verse 1. Он говорит, Боже, ты Бог мой. He says, God, you're my God. Тебя от ранней зари ищу я. From the morning, from the early morning, I seek you. Душа моя. My soul longs for you. По тебе томится плоть моя. And so my body longs for you. В земле пустой, иссохшей и безводной. In this deserted place. То есть в жизни Давида был такой момент. There was a moment in life of David. Когда он убегал от Саула. When he was running from Saul. И в жизни его был такой период. And there was a period когда in life, он лишился своего царского трона. When he was also taken away from his throne. И убежал, and, и убегал от своего собственного сына Авессалома. And he had to run from his own son Absalom. И в первом случае, и во втором случае он попал в пустыню. In the first instance and second instance, both times he ended up in desert. И вот именно вот этот 62-й знаменитый псалом был написан в тот момент, когда он был в бегах. And this psalm in English, 63rd psalm, it was written in this time. Когда он был в бегах, когда он убегал. When he was running away. И вот что-то очень важное и ценное он понял. And something very important he understood. В тот момент он понял, кто ему нужен. He understood who he needs. Он прекрасно понял, что на тот момент ему не надо царский трон, ему не надо возвратиться на царский трон. At that moment he clearly understood that it's not the throne, the king of kingdom that he needs at that moment. Не положение, не местоположение. Ему нужно было, то есть не какое-то главенствующее положение в обществе ему надо было. Not a leadership position that he desired. Не богатство. Not wealth. Не слава. Not a power. Не преуспевание, не процветание. Not success. Но что-то другое. But something else. Но кто-то другой. But someone else. Someone else. Someone else. И этим кто-то был Господь. And this someone was God. Он говорит, по тебе томится плоть моя. He says that my soul thirsts for thee. Тебя жаждет душа моя. My flesh longs for thee. Было ли в вашей жизни такое, что в суете, в жизненной таком, в жизненных обстоятельствах, в напряженнейшем графике, бизнес-графике, или в школе, или в учебных заведениях? Have you ever had the situation where very difficult time or very busy time when you had a lot of demands on your schedule? И когда что-то не клеится в вашей жизни. And when the things don't come together in your life. Что-то не клеится в вашем бизнесе. Things do not fall in place in the business. Что-то не клеится в ваших отношениях. Or your relationships do not come together. И мы ищем выхода из ответа. And so we're looking for an answer in this situation. Мы ищем ответы, но в другом месте ищем ответы. But we're looking for answers, but in the wrong places. В неправильном месте мы ищем ответ. Wrong places we're looking. До тех пор, до каких пор наша душа, которая названа христианкой, то есть наш дух, который назван христианином или христианкой, до тех пор, пока он не начнет искать кого-то. Until finally the spirit in us that is called Christian spirit begins to seek someone. То есть как творение, мы начинаем искать своего Творца. As a creation, we begin to seek Creator. Если мы найдем того, кто дал мне жизнь, if we find the one who gave you life, если я найду того, кто дал мне дыхание, the one who gave me breath, если я найду того, кто является моей сущностью, кто все во всем во мне, if I find the one who is a substance in me and everything, then everything else will become fine. И в жизни Давида произошел такой момент. And in the life of David, he had this moment. Он потерял Господа, он потерял лицо Господне. He lost the face of God. В его приоритетах было что-то другое. His priorities became something else. Пока Господь не поместил, не допустил поместить его в пустыню. Until God allowed him to be, you know, taken to the desert. То есть
И в этой пустыне он понял, кто ему нужен. And in this desert, he figured out who he really needs. Я более чем уверен, что на меня сегодня смотрят десятки пар глаз, которые были в том же состоянии Давида. I'm more than sure that there's at least couple dozen of people that are looking at me and they've been in this place. Я был в сапогах Давида. I've been in the shoes of David. Я был в сапогах Давида. I walked in shoes of David. Когда единожды я понял, что мне надо, то есть мне не надо первое, второе или третье. Мне не нужна популярность. And I figured out that I don't need first, second, and third. I don't need popularity. I don't need finances. Мне не нужно имя. I don't need the name. Мне нужен он. I need him. Если я заполучу его, and if I have him, этого достаточно. That should be enough. Мне достаточно. Should be more than enough. Категорически достаточно. Absolutely enough. Чтобы я получил все. For me to receive everything else with him. Если ты имеешь его, if you have him, ты имеешь все. You have everything. Но если ты не имеешь его, but if you do not have him, имея первое, второе и десятое, you can have first, second, and tenth. Весь мир может в твоих ногах лежит. Maybe the whole world is at your feet, but if you don't have him, мы самые несчастные, жалкие, бедные и нищие люди. We are the most poor and sad people on this earth. Первая знаменитая глава Библии, первой книги, это книга Бытие. The first very famous. В начале Бог сотворил небо и землю. Земля же была безвидна и пуста. In Genesis chapter 1, it says when the God created earth, it was empty. Это совершенно пустая земля. It was empty. Безжизненная территория. Without form, there was ни жизни, ничего. There was no life. Ни дыхания, ни света, ничего. There was no light. There ни людей, was no breath. No people. Ни растительного мира. There was no ни животного мира, ничего. No animals. И Библия говорит, что в начале Бог. And the Bible says that at the beginning it was если God. Бог не в начале, if God is not at the в твоей beginning, и в моей жизни, in your life, in my life, в твоем бизнесе, в твоей учебе, в твоей семье, in your business, in your education, если in your family, Бог не в начале, if God is not at the beginning, в нации, в городе, в штате, nation, state, in the city, в стране, country, если Бог не в начале, if God is not at the beginning, в братском совете, in a leadership team, политическом совете, politicians, во всех остальных советах, in all of the other teams, нечего делать. There's nothing that can be done. Если Бог не в начале, if God is not в наших проектах церкви, in our в наших целях, in our goals, в наших стремлениях угодить Богу, in our desires если to even Он please не в начале, God, if He is not the, продолжение будет очень плохое. The continuation of this в стране, project will be terrible. То ли в городе, or in this country, в семье, city, in the family, в личной жизни, in personal life, в бизнесе, in business, в учебе, in везде, education, в отношениях, во взаимоотношениях. Если Бог в начале, все будет клеиться, все будет хорошо. The things will come together. И вот что-то произошло в период творения, что заставило Господа двигаться. And something happened in this creation time that God began to move. Нужда. There was a need. Была нужда. There was a need. Написано, как прекрасно говорил пастор Василий, цитировал первую главу, «Земля же была безвидна и пуста». As the translator said, the earth was empty and void. И вот, вот эта нужда в жизни, нужда в творении, нужда в чистом воздухе, нужда в чистой воде, нужда в растительном мире, в животном мире, нужда в человеке на земле заставила Дух Божий носиться, написано, носиться над водой. То есть нужда заставила. So there was a need. There was a need in fresh water. There was a need in light. There was a need in vegetation. The need in animals. The need in a human. And because there was this need, the Spirit of God began to move over the water. Казалось бы, первые несколько глав Бытие, первые несколько глав книги Библии, они открывают нам прекрасную панораму того, вот как действует Дух Святой, как, чем оперирует Господь. То есть всесильный такой, великий, всемогущий такой, великий Бог, какими принципами Он руководствуется. These first chapters of the Bible, they tell us how God moves and what principles He has to move around. И мы переносим это в плоскость and нашей we, человеческой жизни. And we bring it into our life, те the же principles. Самые принципы. Through the same principles. В свое время, in много тысяч лет назад, many years ago, нужда привела к тому, что началось движение Духа Святого. There was a need and the Holy Spirit began to move. Что делает Бога,
Богом в нашей жизни? What does make God true God in our life? Перед этим я задам еще один вопрос. Let me ask you another question. Что церковь делает церковью? What does make church a church? Церковь не делает церковью наличие пастырей на передней скамейке. The church is not church because there's pastors on the first Или row. Или служители. Or there's leaders. Церковь не делает это церковью. It doesn't make church a church. Это не последняя часть того, что называется церковь. It is not what really defines the church. Но это не то, что церковь делает церковью. It's part of what church is, but that's not what makes the church. Группа прославления не делает церковь церковью. The worship team does not make church a church. Это не последняя часть. It is not the это last очень thing. Важная часть. It's very important part. Вне этого не может быть нормального воскресного богослужения. Without it, you will not have a good Sunday service. Церковь церковью не делает четыре стены вот здесь. Раз, два, три, четыре. And the four walls does not make a church a church. Церковь, so церковью? What does make church a church. Церковь делает церковью. Христос сказал: посему узнают, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой. What makes a church a church? And Jesus said, they will know that you're my disciples when you do what? When you love one another. Церковь делает церковь в наших взаимоотношениях. Любовь друг к другу. So the love in our relationships, what makes a church a church? Почитание один другого выше себя. As we raise each other up and respect each other. Вы со мной? Are you with me? Но это еще не все. But it's not all. Церковь делает церковью. What makes a church a church? Духа Святого the среди нас. The presence of the Holy Spirit amongst us. И не выше, и не ниже. And not greater. И не больше, и не меньше. No less or more. Есть Дух Святой. When there is Holy Spirit. Дух Святой, который действует. Holy Spirit that moves. Который проявляется. That creates. Or that manifests. Первое, второе. Присутствие, очень важно присутствие Слова Божьего. Presence of the Word of God. Это делает церковь церковью. And that what makes church church. Все остальное это не церковь. The rest of the things it's not church. Это, как мы слышали в начале, это мертвая буква, мертвая религия. The rest is just a dead word or dead religion. Так вот, что делает Бога Богом в моей жизни? So what does make God a God in my life? Что делает Бога Богом в моей жизни? What does make God God in my life? Бог весьма великий. He is great. Есть пять атрибутик Бога. There's five attributes of God. Это еще со школьной библейской скамьи. This comes from его the Bible school. His eternal. Его всемогущество. His omnipotence. Его неизменяемость. His his holiness. Его or везде he doesn't change. Сущий, он везде сущий. He's omnipresent. Да. То есть он такой великий, всемогущий, всесильный, все умеющий Бог. Omnipotent, powerful, omnipresent God. Но что-то делает Бога Богом в жизни человека. But something makes God это неплохо, God in the life of a person. Что он Бог всего, Бог всех, Бог над всеми, Бог не имеющий ни начала, ни конца, не имеющий ни первых, ни последних it's дней. Great that это, is, это здорово. He's a great God. He's God over everybody. He does not have beginning or the end. He's eternal. It's great. He's God over everything. Так вот. But, но что-то есть моменты какие-то в нашей жизни, что делает такого Бога, который во всем, над всеми, для всех, но делает Бога в моей жизни Богом. But there's moments in our life он that Бог this всех. Eternal, amazing God of everybody becomes всех. God, my God. Он Бог всех. He's God of everybody. Но не все Божьи. But not everybody belongs так to Him. Так что же Бога делает so Бога в моей жизни? So what does make God in my life, God? Это очень хороший вопрос. It's a good question. Спасибо, что он, брат мой задал мне этот вопрос. I'm great that my brother asked me this question. Что же Бога делает Богом в моей what жизни? What does make God God in my life? Бога в моей жизни не делает Богом то, что я называю Его Богом. It does not make God God in your миллионы life. Миллионы людей ежедневно произносят это имя. You know, millions of people будучи they say the name of God. От Бога, even though they're далеко от far away from God, это не as делает the heaven is from earth. Произнести имя Бога не делает Бога Богом в моей жизни. Just to say the name of God in your life does not make Him God in your life. Этого недостаточно. It's not enough. Есть что-то другое. There's something else. А это другое, это повиновение тому, что он говорит. And this second part. Это так просто.
is being obedient to His word. Послушание тому, что Бог говорит. To be obedient to what God says. Делай Бога Богом моей жизни. When you follow what He says, makes Him God in your life. Все остальное — это пустая трата времени. It's just an empty waste of time. Не твоим ли именем мы бесов изгоняли? Did not we use your name to cast out demons? Did not we create miracles with your name? He says, depart from me, I never knew you. Вот это опасность. Oh my. Вот это трагедия. What a tragedy. Я сотни раз называл его имя. Hundreds of times I called his name. Но Бога Богом делает в моей жизни послушание его слову. But what makes God God in your life? А его слово говорит, что Бог суверенный. God is sovereign. Суверенный. He's sovereign. Бог суверенный. He is sovereign. Он стоит, он достоин того, чтобы за ним следовать. He is worthy to be followed. Он достоин того, чтобы ему подражать. He is worthy to be followed. Он достоин того, чтобы ему поклоняться. He is worthy to be worshipped. Искать его лицо. To seek his face. Жаждать его лицо. To desire his face. Вот что привело Давида тогда в пустыне к осознанию и к мысли того. And that's what they brought David to realization of this. Что если он заполучит Бога, если он возвратится к Богу, если он приблизится к Богу, если он найдет его лицо, that if he finds the face of God, if Бог возвратит ему и престол, и Бог возвратил ему престол. God will Бог give возвратит him ему back положение. The things he lost, and Бог возвратил ему финансы. Бог возвратил ему людей. God will return his finances. God will return his people. Знаете, мы зачастую в погоне за Божьим карманом. You know, a lot of times we're after God's pocket. Мы в погоне за Божьим карманом. We are after God's pocket. Мы бы хотели запустить нашу руку в его карман. We would love to stick our hand into his deep pocket. А в его кармане очень много есть. You know, because his pockets are very deep. Ну, конечно, богатый Бог. He's very очень богатый Бог. He's wealthy. Все мое, он говорит. He says everything belongs to me. На тысячах гор скот весь мой. He said on thousand mountains all of the animals are mine. Все звезды, вся вселенная моя. All of the stars, the eternity belongs to me. Все золото мое, серебро мое, он говорит. And gold and silver. Все драгоценные камни. And all of the precious stones, everything belongs to him. И мы бы хотели запустить руку в его карман. And we would love to put that hand into that Друзья мои, но очень ценно, очень важно не смотреть, что лежит в его кармане, not to look at what, see what но жаждать присутствия его, but desire for его лицо, his presence, his face, его лицо, his face, его лицо. His face. И когда будешь близко находиться около него, and when you are gonna be near там будет him, и его карман, you'll, там будет also и преуспевание, pocket, и преуспевание, и процветание будет, все будет. And prosperity Но and на первом success. Месте в приоритетах but number по тебе one, жаждет душа моя, says, по тебе томится плоть моя, в земле пустой, и сохшей, и безводной. И вот Дух Божий носится над водой, so и вот Дух Божий носится над водой. И начало что-то происходить. И это что-то началось формирование жизни. Формирование то, что мы называем сегодня видимый мир. Formation of life began. What we call the world that we see. Вот что привело в движение руку Божью. And that's what brought the hand of God into action. Знаменитая, знаете, 50, откройте со мной, 53 глава Исаии, знаменитая. Let's turn to Isaiah chapter 53. Кто поверил слышанному от нас и кому открылась мышца Господня? The word of God says in chapter, who hath believed our report and to whom is the arm of the Lord was revealed? То есть кому открыта мышца Господня? Whose the arm of the Lord is revealed? То есть есть категория людей, которым Бог открывает свою ладонь, свою руку. You know, there's a category of people that God extends His hand to them. Кому-то He opens up какой-то категории открывает Бог свою ладонь. There's a category of people that God's hand is open to. На земле живут миллиарды людей. There's billions of people on this earth. Но кому-то открыта мышца Господня. But to some, His hand is extended. А для кого-то она закрыта. And for others, it is not extended. Так вот, кому-то эта мышца открыта. And so to somebody it is open. И в этой мышце благословение. And you know there's blessings in this hand. В этой мышце исцеление. In his arm there's a healing.
И когда я говорю благословение, я включаю все отрасли жизни человека. And when I say a blessing, I say all of the aspects of life. Я говорю о духовном благословении. I'm talking about the spiritual blessing. Я говорю о благословении, которое выражается в проявлении Духа Святого во всех девяти дарах в твоей жизни, в моей жизни. And I'm talking about all of the spiritual blessings and nine gifts of the Spirit. И затем девяти плодов Духа Святого. Это тоже великое благословение, иметь девять плодов Духа Святого. And then, потому что девяти дарам соответствует девять плодов. And then to have nine spiritual fruits. Thank yes, you. Да. Это включает в себе духовное благословение. And so there's a spiritual blessing. Но есть и материальное, физическое благословение. Physical, то есть, blessing. Когда я называю благословение, я включаю в смысл этого слова все сферы человеческого общежития. So when I say blessing, I mean all of the поэтому, spheres of our life, all поэтому, of the aspects of our когда life. Открывается десница Господня, and его so мышца when the hand для меня, of God is extended to you, открывается все в букете. Everything is given to you in one bouquet. Это пакет. It's a package это целый, deal. Это бакс. Это сказать, да, это целый бакс. Да, вся коробка всех благословений. Вся коробка, и в этой коробке там все есть. And this box contains everything. The package там благословение, которое выражается в исцелении души и в исцелении тела. There is also a blessing of healing of your soul and healing of your body. Я глубоко верю и это исповедую, и мы это упражняем в нашем практическом служении, что мы молимся за больных. And we practice this in our services. Это нормально. We pray for the healing. Это нормально. Это по Писанию. It is according to the scripture. Это соответствует и букве, и духу Писания. It is it is answers to the spiritual and the true word of God. Это по Писанию. So according to the scripture, то есть мы молимся за больных. For the sick. Затем мы молимся за изгнание. Then we also pray for the casting out of demons. За освобождение. For the freedom. Когда человек занят. When a person is possessed. Когда человек занят. When a person is possessed. Какими-то демонскими злыми духами. If there is some evil spirits. Написано, именем моим будут изгонять бесов. It is written that by my name they will cast out those demons. На больных, и они будут and they will lay their hands and they shall поэтому, be healed. Поэтому если мышца Господня открывается для церкви последних дней, она открывается со всем своим букетом. And so when the hand of God is extended to his church of last days, it has the package. Послушайте, of it. Что я начну пророчествовать. And сейчас. So let me hear what I'm going to begin to prophesy. Послушайте меня внимательно. Listen to me. Наступает время и настало уже. The time is coming and the time has begun. Я верю в это. And I believe я где-то слышу в духе, я I слышу can шум. Hear it in my spirit. I где-то can hear the sound. Внутри, где-то в сердце deep моем, я слышу этот heart, шум. I can hear the sound. Я слышу движение неба. I hear the movement когда of heaven, богатство всего неба, when the blessings of the heaven, они будут опущены для церкви. They will be sent down для to церкви. His church. Послушайте внимательно. Я не сказал для всех людей. Нет, 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 нет. Whole, у Бога есть особые люди. Особые люди. Особая категория людей. Народ особенный написано. Да-да, ревностный к добрым people. Делам. The people это who царственное good священство. It is, godly это люди, people. Взятые в удел. Это те, которые провозглашают его победу, его святость, его праведность. Вот. Those that proclaim his victory, his righteousness, поэтому and his для holiness. Такой категории людей and so for those people, сегодня на меня смотрят десятки пар таких людей. And so there's dozens of прими пророческое слово. And so receive this word of God, обетование Слова Божьего. Promises пророческое слово. It's the prophecy это не of God. Для Бонки и не для Билли Грейма. It is not just for, это не для Юрия Чернецкого или пастора Романа. Это не для пастора Василия. Или пастырей, or other pastors, это для тебя. This is for you. Это для тебя. This is for you. Это для твоих детей. This is for your children. Это для твоих родителей. This is for your parents. Это для тебя, молодой this человек. This is for you, young person. Это для тебя, братик и сестричка. This is for you, brother and sister. А ну-ка, возьмите палец на себя и скажи, это для меня. And take your finger and say, this is for me. Скажите громко, он говорит обо мне. He's talking about me. Этот человек говорит обо мне. This person is talking about покажите me. На меня пальцем. Point your на меня, at на меня, на меня сейчас, на меня. No, actually, point и говорите, он говорит обо мне. He's talking
talking about me. Этот говорит обо мне. He's talking about этот me. Этот в черном костюме. The one in the black suit. Который бегает здесь по сцене. That he's running around on the stage. He's talking about Поэтому me. Поэтому это обетование для And тебя. So this promise is for Богатство, you. Оно будет мышца его будет открыта для That церкви his последних hand дней. Will be extended И будут to the church of the last days. Дочеря ваши. And your daughters И will сыны ваши будут пророчествовать. And your sons will prophesy. Да, это о вас. This is about Прими you. Прими пророческое слово. Accept this word это не для следующего поколения. Это для моего поколения. Это для, не для следующей тысячелетия. Это для этого тысячелетия. Это для этого столетия. Это для этого года. Не будем ожидать, что пробуждение придет в следующем году. Не будем ожидать, что пробуждение придет через пять лет. Если вы в пожилом возрасте не думаете, что когда я умру, может мне еще пять или десять лет осталось. Когда я умру, придет пробуждение. Взыщи Господа, как некогда Давид взыскал Господа. Взыщи его сейчас. Взыщи его сейчас. Взыщи его сейчас. Пробуждение придет сейчас. Вы знаете, что Бог более желает пробуждения, чем мы. You know that God desires revival more что than же we заставит do? Его двигаться в жизни God? Церкви? What will move God обществе in народа the, Божьего? Life of church. Жажда. It's the desire. По тебе жаждет душа моя. When you desire, по тебе томится плоть моя. When my soul longs земле сухой, for you, иссохшей, пустой, иссохшей, безводной. No вот что приведет в движение руку Божью. Вот что приведет в движение неба. Вот что приведет в движение армии небожителей, ангелов, серафимов, херувимов. Вот что приведет в движение силу Духа Святого. Жажда. They come Мне нужен into ты. Action when you desire Мне God. Нужен ты. When you say, I need you, Мне God. Не нужно твое. I don't need Оно your придет. Things. They'll come. Это нормально. It's normal. Придет и контейнер. The и второй придет. Come, and the second Но сегодня will be мне нужен released. Ты. Если я найду you. Тебя, when I can я найду you, все. I will find Но если everything. Я потеряю тебя, you, я потеряю все. I will lose everything. Если я потеряю тебя, if I lose you, я потеряю все. I will lose everything. Но если я найду тебя, если you, я даже это потеряю, достаточно. Будет для меня того, что я имею. Послушайте меня, церковь. Me, Послушайте меня. То, что ты имеешь. То, что ты имеешь. Вполне достаточно для того, чтобы то, что ты имеешь, было огромным благословением для тех, которые не имеют этого. Ты имеешь Духа Святого. Ты имеешь живое Слово. Ты имеешь живую церковь. Ты имеешь все. You have everything. Ты имеешь прекрасную, прекрасных друзей. You ты имеешь братиков и сестричек. Brothers, ты имеешь sisters. Тех, которые за тебя heart, могут помолиться. Могут тебя поддержать. Которые могут побыть с тобой в долине. Поплакаться тебе в плечо. Ты имеешь намного больше, чем миллионы людей, которые не имеют этого. Поэтому нас намного больше. Так много Бога в тебе. There's much и во мне. You, in me. Покажите на себя, скажите, очень много Бога во мне. Just say, look, point your да, finger очень много Бога во мне. I have a lot of God очень много Бога во мне. Очень много Бога во мне. Очень много Бога во мне. Не умоляй того, кем ты есть в Боге. Do not lower Не умоляй того, кто Бог God. Есть в тебе. And do not lower what God is Пусть in Бог you. Станет Богом в твоей жизни. May God be God Если Бог станет Богом в твоей If жизни, God's в твоей семье, все будет окей. Okay. Я гарантирую именем Иисуса, все будет хорошо. Падут подле тебя тысячи и десятки тысяч, но к тебе не приблизится, ибо ангелам своим заповедуют о тебе, понесут тебя на руках своих, ты не приткнешься камень ногой твоей. Это о тебе. Это о твоем сыне, это о твоей дочери. Возьми на себе палец и скажи, это обо мне. Он говорил обо мне. Этот молодой человек говорил обо мне. Да, это о тебе. Знаменитый 90-й псалом. Аллилуйя. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Glory. Господи, я молюсь, чтобы Бог, Hallelujah. Чтобы ты стал Богом. Jesus, то, что I ты pray Бог великий, это хорошо. That, because you are a great God. Я хочу, I know чтобы great, ты стал нашим Богом. To be our God. Ты есть Бог моего брата. You are God of ты my brother. Ты есть Бог пастыря. You are God ты есть of my Бог диакона. You are, Или God Бог диаконисы. Or, Но я хочу, чтобы ты стал моим Богом. I want you to be my God. Hallelujah. Glory. Hallelujah. Glory. У нас времени недостаточно, то есть не осталось. We do not have time. Time Но его вполне left. Достаточно. But it's enough.
чтобы мы взыскали его. That we might seek out God. В этой молитве мы будем искать его. In this prayer, let us seek God. Его лицо. His face. Мы не будем искать его карман. Let's not look after his pocket. Бог нас всем благословил. He has blessed даже us with all больше, blessings. Чем, more than. Зачастую даже больше. More than we even ask даже for. Зачастую, чем, a lot of times more than we even ask наша for. Группа и не раз была в Африке. Our team has been in Africa quite often. Импактовский тим наш. And our impact team. Были в Руанде. We've been in Rwanda. Сейчас готовимся на пути в Гану. And right now we're planning to go to Ghana. В меру времени и там некоторых обстоятельств я с ними несколько раз не мог быть. Последний раз, когда они были в Руанде. Because of my schedule, I couldn't go with them all the time. And last time when they were in Rwanda, I couldn't be with them. Но мы посылали целую команду операторов, и они все снимали, все показывали. Некоторые снимки вы видели на Импакте. But we sent a team over there, and they filmed everything, and you saw it on the Impact TV. Я видел этих сирот и вдов. And I saw these orphans and these widows. Которым Дух Святой послал нас в прошлом году. Where the Holy Spirit sent us to in Rwanda. Они потеряли мужей своих. They lost their husbands. Их там 250 тысяч. There's 250,000 вдов. Widows in small country. И плюс дети сиротами. Plus many kids that became orphans. И когда я слышал свидетельство этих чернокожих. And when I heard the testimony of these people. У них белое сердце, омыто кровью Иисуса. They have a white heart washed with the blood of Jesus. Но темный цвет лица. But they have black complexion. И они рассказывали, как на их глазах мужьям перерезали головы. And they testified how the heads of their husbands were just chopped off in front of them. Одно племя восстало против другого племени в одной стране. In this one country, one people rose up against another people. Знаете почему? And you know why? Потому что одни называли себя русскими. Because once were called Russians. К примеру, вторые украинцы. For example, and the others said Ukrainian. Да. Yeah. И ты украинец или русский? Oh, you Ukrainian or you Russian? Резали головы. They would cut off the миллион heads. Порезали. Million people не were резали destroyed. Пистолетами they или пушками guns. Не стреляли. They were not там using не было guns. Этого. They didn't have guns. Они брали то, что в руки, то, что бамбук рубят. They would take, мачете называется. Machete they use for the bamboo. И резали по-живому. Or bamboo. And they would just cut them live. И жены смотрели на своих мужей и детей убиваемыми на глазах. Would see it with their own eyes how these were destroyed. И нас Господь отправил туда, чтобы мы этим сиротам и вдовам построили хлебопекарню. And God sent us so we would build a bakery. И в начале этого года, в марте месяце, and in March there was an opening of this bakery. Знаю, что вы участвовали. And I know that you also took part of it. Thank you. Но я слушал свидетельство этих вдов. But I would hear the testimony of these widows. Они ценят кусочком хлеба. They value a small piece of bread. They если бы вы видели it. Слезы, как они рыдали, the когда tears. Была первая историческая булка хлеба в этой новоотстроенной пекарне была испечена. When the first piece of bread came out of this bakery. Мой меньший брат Павел, он преломлял, он как старший был там, он преломлял этот хлеб со служителями. And my younger brother Paul, he broke the bread. Там стоял вопль рыдания. People were just crying out. Друзья, когда им подарили одну первую корову, when we gave them as там a gift, рыдание first стояло, cow, полдня рыдания стояло. They cried for half они a day. Благодарили, знаете, как they было? Were so thankful. You там know не how было they, карпета. There was no carpet. Там грязь, пыль, it was dirt and как в Африке. Sand, you know, just like in и Africa. Они попадали на колени. And they just fell on и their они knees. Благодарили Господа. And they worshiped God. Для чего я это рассказал? Why am I saying this? Ты намного больше you этого are имеешь. Way more blessed and you have more. Почему Бог меня и тебя осчастливил поместить в эту страну? Why did God decide to place us in this country? А я вам буду пророчествовать. But I'm going to prophesy right now. Для того, чтобы ты взыскал его лицо. So that you seek the face of God. Для того, чтобы приблизился к нему. So that you would get close to God. Чтобы я был ближе к нему. So that you could be closer to him, not further. Чтобы это все, оно не удаляло меня. That these things they would not separate me from God. That the wealth would not separate me. Чтобы апельсины не удаляли меня. Чтобы хорошие машины не удаляли меня. So that the bananas and oranges would not separate me. Чтобы пятый фривей не удалял меня. So that the cars would not separate me. Чтобы не удаляло от меня
ну, вот это все процветание, чтобы приближало меня, ближе к Нему, ближе к Нему. Ближе к Нему. Вот почему я говорил, миллионы людей не имеют в этом мире не только... Не только в материальном, но в духовном, то, что мы имеем. Знаете, что я вам скажу? В тот момент, когда щелчок этого пальца, где-то я в одной из церквей уже говорил об этом. Возьмите так два пальца и щелкните. Пастор разрешает. Pastor allows it. Щелчок. Snap. А мне не смешно. Шесть человек ушло в вечность. You know, when you snap your fingers, six people just passed away. Just six people passed away into eternity. Just when you snap your finger like that. Less than a second. Six people has moved into eternity. And there's a question mark. What eternity did they go into? What eternity? На тебе и на мне, тебе и мне нам столько много вверено. We have so much entrusted to us. Бог столько верил нам. God entrusted so much into us. Столько доверил нам. Up to us, yes. Я не хочу, чтобы это были громкие слова. And I just don't want this to be loud words. Я не хочу, чтобы это очередной лозунг. And I don't want this to be just another saying. Не для подвигов каких-то это слово. This word is not for some kind of a great move. Там идти завоевывать, отвоевывать. You know, let us go and overcome things. Да, отвоевывать там где-то, завоевывать, перевоевывать. Не об этом речь. We're not talking about overcoming and winning other things. But individually, but personally, every single one of us, from the first row to the last row, as we see the face of God, the revival will come. The revival will come. It depends on us. It depends on us in the revival in our family, in the city, in the state, in the country. And in this Hallelujah. World, glory to Придет God. Пробуждение. The revival Личностно. Will come. Личностно. Personally. Личностно. Поэтому я начинаю с себя. I'm gonna start я with начинаю you. С себя. Я Мне oh, нужен I begin with ты. Myself. По I тебе you, томится плоть моя. Because тебя жаждет душа моя. И на меня сегодня смотрят десятки пар глаз, so которые Дух Святой ночью будет That Holy Spirit утром будет up at night, in the ставить morning, тебя на колени. Puts you on your knees. Тебе не безразлично то, not, через что проходит то ли церковь, через что проходит твоя семья. You care about what the church через что проходят молодые what люди, goes through, what young people go through. Через что you проходит care. Страна, what, не безразлично. What the country is going Дух Святой побуждает тебя, and so Holy Spirit поднимает тебя. Talks to you. He raises you up. И это великая милость Божья and к тебе. It is the great grace of Я God знаю to много you. Людей, I know many people, у которых Дух Святой уже совершенно не that говорит. Holy Spirit absolutely уже умолк stopped talking. Совершенно. He stopped talking to them. Даже не шепчет. He doesn't even whisper. Молчок. There is quiet. Сплошная тишина. Absolute silence. Но на тебе еще помазание Духа Святого. И тебя на собрание Дух Божий привел, чтобы ты для души исцеление нашел. Еще великая милость Божия к тебе. Он тебе еще сегодня говорит. Потому что многие уже хотели бы, чтобы он, но уже не могут. Капитуляция перед грехом. They absolutely gave in to sin. Пьют грех или пьют грех полную чашу. They drink the sin with a full cup. And the full cup of sin. Но на тебе еще помазание. But there's still anointing. На расстоянии этого голоса еще Дух Божий говорит тебе. As you hear this voice, Holy Spirit is talking to you. Thank you, Lord.